остановлюсь. Давление шума. Нормально. Поток небольшой. Сплошняком идут. Все по одной полосе. Ну давай, фура, выходи. Блин, хрен там. Сколько ждать надо?
Все, пошел. Сегодня же суббота, грибники понаехали. Урожай собирать. Смысл так вот обгонять и снова, не знаю. Держу дистанцию, чтобы кто идет на обгон, мог в случае необходимости спрятаться.
двигаемся в сторону Мурманска. Рассчитываю еще один привал. Что такое? Что-то аварийку все включили. Движение. Так, опять смотрю на навигаторе. Красный участок. Ремонт, по всей вероятности. Вчера, когда прокладывал предварительный маршрут, было написано предупреждение Яндекса, что возможно глухие пробки. Ну а второй маршрут, второй путь, это через границу Финляндии. Что это, наверное, с ремонтом связано. Если в Яндексе пишут, что возможно глухие пробки, только этим можно объяснить. Насколько хватает глаз, движение еле-еле. Получилось, так получилось. Значит, лег спать где-то часов, наверное, 10:30. Это все было связано с переброской видео на внешний жесткий диск.
это Сургутнефтегаз. Сегодня рассчитываю проехать 600 с небольшим, 640-650. Thank you.
Ограничение 90, ребята, ё-моё. Что делает, блин, дурак. Ну, этот молодец. Фура. Дальнобойщик притормозил. Дал тому обогнать. Погибшее животное под колесами автомобилей. Ну, дорожное полотно можете оценить сами. Нареканий у меня нет. И обочина, и разметка. Пока не наблюдаю колейности.
работа, многие, наверное, едут отдыхать на рыбалку за грибами. Заправка. Придорожная торговля дарами леса. Красивая природа. Держу дистанцию, чтобы те, кто обгоняет, мог втиснуться. Сокола ВР-21, Санкт-Петербург, Мурманск.
запрещен, он успел большая парковка. Джип летит. За мной встал. В зависимости от второго видеорегистратора резервной датакам. Там пока поймали спутники, сдохнуть можно. Очень много настроек. Я выбрал самую оптимальную по качеству записи и по объему занимаемой памяти. Карта стоит 128 гигабайт. Вот вчера от Москвы до Питера почти полностью записалось 128 гигабайт.
купил левую полосу для тех, кто... Так, река Волхов. Для тех, кто спешит. Мощный мост. Что там такое? Сворачиваешь, дружище? Цепляюсь за фуры, у них и обзор лучше, и они следят за дорожной обстановкой. Меньше думать, просто тупо едешь за ней и все. Так вот, насчет рентгена, очень много настроек. Любой вкус. Под любые требования. С частотой кадра от 30 до 60 кадров в секунду. Ну, где это может применяться, я не знаю. На короткой дистанции ставить 60 кадров, потому что на большие дистанции просто не хватает внешнего жесткого диска. Да в этом и нет для меня необходимости, потому что YouTube все равно качество записи уменьшает.